Куда пошли? Как четко? Ай, блин. Как четко сработано, да? Хочу, так и все. Алло. А, ясно. Там еще цель. Нормальный уж. Тормози, блядь. Да вы чё, сука, блядь, это как... Да ёпта, тормози, сука. Прям в колено. Да нахуй, я ему кепку срезал. Чека у них там диалог, смотри, пошел. Мы против войны, мы за диалог. Но если ты лошара, то сиди и не разевай рот. Вот это комбо он сейчас провел. Типа вогнал нож в живот, вытащил и потом по горлу. Мне сохранить. Я просто хотел попробовать. Шеф! Шеф, все пропало, блядь! Сейчас ты попробуешь кое-что. Слышь? Ты что творишь? Не надо. О! Хорош! Ты еще и подпрыгнул! Как на лету-то приняло. О, давай сюда свои сосочки. Пизда тебе, лысый. Не надо. Слушай, серьезно, не надо. Я просто хотел попробовать. Ну че это за... Ты меня убьешь, потому что. Да неужели? Блять, тикать надо находится. Стим, иди нахер. Да блять. Что за? Нет! 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 Не надо! Не надо! Нет, 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 нет! Не убил. Ух, блядь. Сука, камушек. Ты подставил меня. Я думал, ты будешь как брат. Камушек. Не надо. Не надо. Что, псих? Я почти умер. Ух, блядь. Ой, что-то летит. Я ж в нее попал. Че она не взрывается? Я прикинь, прям в гранату попала. Она даже не отлетела, ничего. Взорвалась. Кстати, надо будет проверить. А может я не попал? Может мне показалось. Слышишь? Кидай гранату тупо в воздух вверх. Ничего ты. Не, так я только прицелился. У меня на фоне дерева, я ее не вижу. Ну на. Тупо вверх вообще, в самый. Блять. А, блять. Я же не. Я не стою, не целюсь. Ты не можешь тупо взять и тупо вверх ее кинуть. Ебал. Кидай ты в
меня, блин. Не уверен, что это я ее взорвал. Надо попробовать дробовик. Давай. Я в нее попал. Никакого эффекта. А если так? Как? Ага. Попал, скорее всего. А, это, наверное, слишком далеко. Солнце слепит. Специально, да? Ты ж попал. Нет. О, блин, у меня все это время был полицейский дробовик, который стреляет поточнее, подальше. Что-то летит? Мне показалось. Кидаешь? Вы не смогли уничтожить цель. Пошел, кидай. Не надо. Я застрял. Заебись, ты решил спрятаться-то, парень. Сука, хп-то меньше. Кажется, лысину видно, да? Так, видно же. А, ну со снайперки-то да. Ну, блин, потому что с эмки не видно ни хера. Я вижу камень, который стоит чуть-чуть подальше и... Эй! Не надо! Да не надо! Я оружие переключил. Я, короче, решил выстрелить с пистолета. И знаешь, вот этот прикол, когда у тебя сама открывается менюшка. Хотел отвернуться, но выбрал РПГ и выстрелил. Че, первый же раз я выстрелил с пистолета, а тут пугу. С боевого, блядь, бронебойного. Сука. Тебя только что мое меню потроллило. Это шо, говорит? Нет, я только что хоррор словил. Надо от меня. Доволен, да? Смотри, без прицела. Открыта новая татуировка, разукрашенный свиток. Посланник смерти, золотая награда. Погоди, это там, где надо убить 500 игроков? Стреляю без прицела. Да попади ты в жену. Есть. Теперь счет равный. А сколько там? Мать проснулась. 11-11. Войну устроили. Снаряды летают.
О, снаряд халявный. Садись, поехали. Где твой мотоцикл? О, попал. Мотоцикл заплатишь. Страшно, да? Что? Что? Как? Что случилось? А что ты ржешь? Я выстрелил в стену и убил тебя. А где ты был? Оф, ты в кусте стоял, что ли? Я-то тебя тоже убил. А? Подожди, сейчас тебе покажу, где я стоял. Потому что я тупо вот в эту стену влупил. Вот сюда вот. Ой, копы. Ну, где ты стоял? Примерно тут я и стоял. Как ты умер? Иди сюда. Видишь, где пятно взрыва, блин? Что где пятно? Вот оно! Я вот туда выстрелил. Ой, иди нахер, слышишь? Вам пиздец. Что такое? Увидишь. По крайней мере, мне это зрелище показалось смешным. Ой. Которое здесь происходило. Это Спарта! Ты сам упал. Да в смысле копы опять? Копы размазали. Чё-чё? Там второй еще за камушком прятался, сука. Это ж поезд. Это поезд смерти, блядь, догнать! Догнать, Денчик, догнать! У него ни одного нет. Ой, рожа у тебя.
Что там? Повернись. Че? Новая роза. У тебя твоя роза. 40-летний, блин. О, господи, у меня что-то... Что у меня по стенам в лице? Попадание ты точнее, да? Я конченый. Ну, завязывает. Вам пиздец. Не получилось.